1997 года рождения. 25-я бригада, войсковая часть 29-760, 2-й батальон, 4-я рота, командир отделения. 19 марта пересекли границу с водным взводом через Журавлевку. Приехали на территорию Украины. Дальнейшие доехали до Циркунов, до КП бригады. Оттуда уже распределились в бункер Волошный. Там была поставлена задача ходить на наблюдательные посты. Наблюдательные посты наблюдали за входами и выходами артиллерии, что нашей, что ВСУшной. Что еще? По артиллерии. Артиллерия, реактивные вот дивизионы, сам наблюдал то, что реактивные дивизионы кладут 16 этажки жилые дома. Ну, ложат по жилым домам прям. Складывают реактивки дома. По какому городу? По Харькову. Что будешь делать по приезду домой? Уволюсь, пойду на гражданку. А если получишь приказ опять возвращаться? Сибусь. Куда? Куда-нибудь спрячусь.